Вот такое вот ведро. Оно фиолетового цвета вот. От комаров вот. Сбоку ведро выглядит вот так вот. У него вот так вот приделана ручка вот. От комаров вот ведро, оно фиолетового цвета вот. Такое вот. Вот и свечка. Свечка вот внутри. Снизу тут... снизу тут написано, что это материал... Свечка антимоскитная. Антимоскитная свечка вот. Вот такая вот свечка. Вот такое вот. Ведро сейчас. Детальнее его покажу. Ведро вот такое вот. Фиолетовое ведро, ну и фиолетовая свечка. Я не знаю, как называется запах, который на ней. Потому что вот здесь вот... Что за запах? Что за запах? И не написано. Только написан адрес. Ну, который адрес ГИО, короче, вот, да, вот так вот. Вот, ведро вот так вот снизу. Вот, вот. Так оно красиво сделано. Вот. Ручка вот так вот приделана сейчас. Я выключаю свет. Свет я выключил. Ну и покажу, как горит вот. Это... Вот. Так вот она горит. Пахнет какой-то кислотой она. В абсолютной темноте она горит как-то так. Я думаю, со временем фиолетовый цвет подпалится и будет слегка... обгорелый. Поэтому, кому понравилось видео, ставьте комментарии, пишите лайки. Пахнет она кислотой. Вот такая замечательная свечка. От комаров. Показываю ее в абсолютной темноте при конце. Как я ее запаливал, как всю, я уже показал. Поэтому спасибо за просмотр. Я надеюсь, это видео было действительно полезным. Резкость теряется из-за того, что она горит. Нервничает огонь. Но я иногда навожу резкость. И получается вот так вот видно, как она горит. Я извиняюсь за то, что нет резкости, но... Это из-за того, что огонь нервничает. Поэтому я выключаюсь, не буду долго показывать. Сохраню свечку, когда будут комары. И обязательно буду выгонять комаров с этой свечкой. Комары у нас летом часто нападают, поэтому всем советую такие свечки. Свечки очень хорошие, прогоняют комаров. Спасибо за просмотр всем.